адаптивная и развивающая верховая езда, она имеет очень много показаний по улучшению качества жизни, по исправлению дефектов здоровья, по развитию детей. Андрей Далакашвили, один из ярких представителей своего личного успеха, своего личностного роста. Он сделал огромный шаг вперед. Вот на его примере мы можем сказать, что у ребенка не просто улучшились когнитивные функции, он заговорил. Андрей смог преодолеть свои страхи. Он с удовольствием занимается, ложится на спину, выполняет инструкции. Такие положительные эмоции помогают в приобретении и закреплении таких навыков, как речь и память. После занятий Андрей смог вот в этом году первый раз выучить стихотворение. У него появляются новые фразы, он старается перейти на диалог. То есть мы, как сторонние наблюдатели, радуемся.